добрый день! Сегодня мы покажем распаковочку замка фирмы Wahlberg. Он стоит на всех сейфах фирмы Wahlberg, как встраиваемых в стену, так и сейфов, которые просто взломостойки. Очень хороший, надежный замочек. Вряд ли вы его где-то купите. Такие замки продаются только тем людям, которые ремонтируют сейфы. Итак, начнем. Упаковочка у нас хорошая. Можно не бояться за вложения. В некоторых видео у меня критикуют, что у меня тупой ножик. Говорят, таким ножом очень типа стыдно резать колбасу. На что я вам резонно отвечу. Он специально тупой. Для чего? Чтобы случайно не порезать вложение. Очень часто... О, отвлекемся. Про ножик. Смотрите, как красиво. Поставщик упаковал. Никаких претензий к упаковочке нету. Берем коробочку. Итак, непосредственно сам замок. Острым ножом можно повредить что-нибудь. Это лучше медленно, но уверенно. Вот такой вот оригинальный замок. Очень качественное исполнение. Новая серия фирмы Wahlberg. Вот. Очень удобный в использовании, потому что не надо уже присоединять батарейку. Ее достаточно присоединить к этим двум клеммам, если вдруг у вас внутри села батареечка. Ну и непосредственно сам замок. Замок PS300. Вот. В интернете можно найти инструкцию к этому замку. Вот если у кого-то она вдруг потерялась. Первого класса взломостойкости. И есть пломба для того, чтобы было видно, что этот замок не вскрывался. Вот, покажу оператору получше. Вот такие замочки. Если вот у вас поломался замок, или вы забыли код, ну или еще какая-то другая беда случилась, обращайтесь к нам, всегда рады помочь. И поменяем вам замок на новый. Цену на этот замок вы можете узнать на нашем сайте rivnestal.com.ua.